В Нижнеказахстанской области полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей. Автопарк полиции пополнился внедорожниками отечественного производства. Всего 143 автомобиля. Комфортный салон, а главное наличие необходимой техники, стражи порядка оценили сразу. Уже решено, что часть транспорта отправят в районы и даже горные местности. На укрепление материально-технического состояния местной полиции в рамках реализации плана нации акиматом выделено 2,5 миллиарда тенге. По данным пресс-службы ДВД, с начала года количество правонарушений в области снизилось на 16%, особо тяжких преступлений на 4%. Техника местной полицейской службы области на данный момент обновлена на 60%, но все равно есть нехватка. Те машины, которые мы сегодня получили, очень помогут в работе. Это должно положительно сказаться на оперативности работы ведомства. Отмечу, что автомобили оснащены всем необходимым.